Создание архитектурных макетов – тяжелый, кропотливый труд, который требует особого терпения и выдержки от умельца. Именно этими качествами природа наделила жителя Чистопольского района Александра Легасова. Художественным искусством Александр Васильевич стал увлекаться еще в молодости. Не имея специального образования, он пишет картины, создает макеты из папье-маше, спичек и многое другое. Я учился под Москвой в техникуме, час и был на Красной площади. Собор Василия Блаженного меня всегда воодушевлял, что-то такое. Монументальные, красивые. Ну, решил, замахнулся на его, думаю, я его сделаю. Загорелся. Ну и начал делать эту работу. Вырезки из газет, журналов, архивные фотографии помогали воссоздать образ храма Василия Блаженного. На работу ушло около 4 лет. Как результат, полностью разбираемая копия собора, выполненная вплоть до мельчайших деталей. Собор Василия Блаженного, прежде чем его делать, он вот первое время на него смотришь, кажется, что там все как-то вот так, да? Все ведь воздушно, как что-то. Оказывается, он все по пропорциям, все ничего сложного нет. Когда я по фотографии все разобрался. Спасская башня, стены Кремля, собор Василия Блаженного и многое другое находятся в списке работ чистопольского умельца. Некоторые макеты на данный момент реставрируются для того, чтобы позднее встать на свое место в еще большей красе и величии.